Татарский хворост – это сладкий десерт, приготовленный из крутого теста в масле. Выглядит хворост очень забавно. Тесто закручивается спиралью перед обжаркой на сковороде. Это классический рецепт приготовления хвороста татарского. Для приготовления понадобятся самые простые ингредиенты: мука, яйца, сахар, молоко, масло сливочное и растительное, соль. Вначале готовится тесто, которое скручивается спиралькой и обжаривается во фритюре. При подаче хворост присыпаем сахарной пудрой, очень вкусно с кефиром или йогуртом. Удачи! Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. Яйца взбиваем с сахаром и солью, вмешиваем молоко и растопленное масло, по чуть-чуть добавляем муку, замешивая крутое тесто. Раскатываем тесто большим тонким пластом, режем полосками, толщиной 5 см, а длиной 12-15 см. Скручиваем полоски теста спиралькой. Обжариваем хворост со всех сторон во фритюре с растительным маслом, при подаче присыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука – 1 кг, яйца – 4 штуки, сахар – 2 столовые ложки, молоко 1 стакан, масло сливочное 1 стакан, растопленное, масло растительное 500 мл, соль 1 чайная ложка, количество порций 1,5-20. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До свидания, друзья!